всех одевают. Девушки, помните, это ваша задача — двигаться как можно эротичнее. Мужчины, а вы как можно конкретнее, чтобы все было хорошо, чтобы было все замечательно и все красиво. Ну и учитывая, что вы у нас так много провели времени на сцене, после песни, я вам гарантирую, наши специально обученные банщики каждому из вас преподнесут в обязательном порядке подарки. Итак, аплодисменты нашему импровизированному театру. И на этой сцене появляется замечательная, обворожительная, какая женщина, Ирина Эмирова. Встречайте, банька! И не бедолаги, мы народ веселый, и нам все придало. Хочешь — посмеемся, хочешь — будут драки. Жизнь бурлит, искрится, душа всегда права. Эх, банька, банька, русская забава. День наш тихого от жарды избавит от проблем. Много ли нам русских надо? Ленька наш развелся, Манька нарожала. Все они неправы, одни мы молодцы. Свой колодец плюнем, селедочкой закусим. Ляжем спать и буду цениться ночь на сны. Вся банька, банька, русская забава. День наш тихого жертв избавит от проблем. Много ли нам русским надо? Если мы все вместе дружим и поем песни в караоке, песни под гитары, если не поющие, иди к себе домой. Эх, банька, банька, русская забава. День наш тихого жарный избавит от проблем. Много ли нам русских надо? Дорогие мои, вы артисты все. Знаете, я уверена, что... Можно я скажу то, что я чувствую? Я уверена, что каждый человек гений. Я уверена, что каждый полон талантов. Вопрос настолько осмелиться и дать себе позволение его раскрыть каждому. Вот я вам это желаю, чтобы вы... Слушайте, а если что, связывайтесь со мной, я помогу вам. Помогу поверить в себя, правда. Дорогие мои, спасибо, спасибо. Спасибо, сейчас всем подарочки. Каждому достаются призы. Потихонечку скамеечки тоже у нас уйдут с этой сцены. Ну а сейчас нашему импровизированному билету, балету, извиняюсь, троекратное ура! 3, 4! Ура! Ай, молодцы!
молодцы, потому что вы действительно зажгли, так зажгли. И все подарки получили свои заслуженно. Милости просим, выходите в зал. И знаете, вы теперь не просто, а вы уже настоящие звезды. Я смотрю, в головах у некоторых запуталась листва, но в этом ничего страшного нету. Дорогие мои, мы готовимся сейчас дальше к нашему продолжению концерта. Можно сказать, у нас...